Данная машина модернизирована, установлены камеры. Для экипажа очень удобно, особенно механику, он может наблюдать, то есть не в триплексе, не в ходовое окно смотреть, а то есть пока передвигаться по камерам. То есть очень удобно, при этом все люки закрыты, задраены, все закрыто. То есть экипаж находится внутри, и механик может ориентироваться чисто по видеокамере. Мы можем цель померить сразу. То есть она зашла в зону нашего обнаружения, мы ее выводим. Буквально 30 секунд. То есть мы ее уже сопровождаем, и уже она, то есть при попадании в зону поражения нашего комплекса, мы открываем ее. Мы можем работать по таким типам, как низколетящим, малоразмерным, малоскоростным целям. То есть квадрокоптеры, вертолеты, крылатые ракеты, которые идут в наши зоны. Можем продажи сражения подсмотреть. Видим до такой степени. Можем прикрывать подразделение на марше. То есть мы можем вести работу в походе. То есть в этом марше. То есть идем, прикрываем свое же подразделение. Колонна идет, мы также двигаем с ней и поведем ее работу в ходе движения. Также, если есть какая-то цель в нашей зоне, берем ее на сопровождение, также в движении, и произойдем поражение этой цели. Экипаж слажен. Все четко, действия принимаем в полуслово. Настрой бодрый, все готовы к работе, поэтому делаем свою работу.